Мне кажется, это никогда он не удавал. Да не, если порубить, то воно пускай дальше буде все. Дітей быстро вообще пропуска, даже на первом сеансе. Некуда. Не бывает взрослых на первом сеансе. Это не тот, не тот вариант. Так, вот сейчас я руки помою, мне будем колоть. Да, пойду покушаем. Долго собрались, поехали покушать, что-то я... Что-то я пропустила. Ну что, не морозы любишь? Нет? Нет, только что ноги холодные, да? Ага. Только ноги холодные. Ну, ноги, честно, у меня это вообще проблема. Так знаешь, что у тебя с нами проблема? То, что тебе перекрыто тут, не докачивает тебе, тебе шия, потому там горячая, забирается с конечностей, чтобы тут нагреть, чтобы лучше проходимость была, чтобы мозг получил свою дозу кислорода. Потому, ну сейчас просто они мерзнут, сейчас реакция такая. Но если поробить тебе, что мышцы станут нормотомичные, воно выключить, будет все греть у тебя. Все нормально. Так, тебе бризкаем чи ні? Ну, щоб не захолодить. Ну, давай. Тому що некоторых я не бризаю, сам не люблю бризатися. Мені не нравиться. Некоторые вообще там лічаться, їх не бризкаю, потому що бризнеш їх так заводив холош. Мене не бризає, мене не бризає. Напоминаю. Знаешь, побриза, а уже мурашка напишет. Ну, так она как реакция. Что вы со мной сделали? А что случилось? Что я слышать их стала, не все, конечно. А, чувствительней стала? Да. А то не чула вообще их, да? Вообще. Только на голове. Ну, то уже так. А, ты же голова. Да, мне тоже, кстати, больнее было. Больнее. Значит, эти рецепторы немножко связались с мозгом и больнее же. Так это вы полтора месяца пропустили, и то оно ожило. Потому и точки лучше тебе чувствоваться боли стало. Ясно? Не страшно, нормально? Нет. Значит, паники не моя. Ну, так, а что, что будет больно, а оно... Не очень. Тут больно было. Крепко ты спазмировано. Тут было больно. Thank you.
Скажіть, яке число? 12. Мама, я хочу. Закінчуємо, Чуть-чуть осталось. Що тобі ще вдаріння на коліні зробили? Все нормально эти иголки переносят? Все? Ну, вообще люди. Так, ты некоторых и так больно, что просто цунами. Это ж ты спазмирована, тебе пока не сной больно. Другие, кто панические атаки, они боятся их вообще, хоть даже и не больно. Сразу я вычисляю, даже кто обманывает меня, что панических атак не было, я сразу и оками вычисляю. И вот так внизу колю ничего. Ну, как не так страшно. Я поднимаюсь вверх до шеи, до лица. То у них паніка, хто плаче, хто сміється. Оце ця дівчина, що казав, що 20 років, щоб не дотронулися до неї. Так вона сміялася, паніка, то плаче, то сміється. Так от колю її сюди, тут енергійська точка. Вона зразу раз весело стає, і вона так улипається і каже, мені так весело стало. Другу колю сюди під нос, зразу починає плакати. Кажу, так що робимо, щоб сміялася, ще плакала, щоб сміялася. Витягуюсь під носа, все, опять сміється. Поки місь не побачиш сама, не повіриш. Тобі тут не страшно, правда? Чи страшно? Ні, не страшно, так хоча й больно. Всі уже. Ну, тебе ще душі розслабляє там. Чи напрягає? Ні. Що? Я не знаю. Не знаю. Мені головно говорити просто, тебе мішають. І гука? Ага. Та чого ти мені мішаєш? Що ти не робиш? Вона мішала. Вона мішала. Говори, да? Говори. Дивись, куди за те в голові, такого з одної точки, з подносом виступило.